Вітання, любі телеглядачі, в ефірі стартує інформаційно-розважальне шоу. Я його ведуча Анастасія Робулець. Наступні 2 години ми будемо працювати саме для вас. Наш номер телефону наразі ви бачите на своїх телеекранах 063 592 72 05. Телефонуйте нам, ставте свої запитання та не забувайте про те, що ви маєте змогу брати активну участь у нашій програмі. Тим паче, що сьогодні ми нарешті зустрінемося із веломандрівником, відомим одеським веломандрівником Русланом Веріним, який подолав 14 тисяч кілометрів за 186 днів. Більше подробиць почуємо вже у першій частині нашої програми. Також поспілкуємося сьогодні з учасниками дитячого конкурсу краси і наостанок дізнаємося, як влаштовувати пікник, да зробити це так, щоб не нарватися на штраф. Ну, а друзі, зараз вмощуйтеся зручніше, ми будемо розпочинати свою роботу. Одна земля під ногами, одне таксі, одна пісня, один опівнічний дзвінок. І все, що станеться з нами, не описати словами цю магію і цей зв'язок. Така романтика, і є хвилини, що варті усього людського життя. Така романтика, у грудях б'ється на виліт моя 30-та весна. Та зустріч
Доброе утро! Сегодня наша зарядка пройдет вместе с роллом. Вы спросите, зачем он нужен? Я вам расскажу. Он поможет нам расслабить фасции и мышцы. С помощью него мы будем делать лимфодренажный массаж, самомассаж. Как это будет происходить, вы сейчас увидите. Покажу несколько основных упражнений, которые помогут вам расслабиться перед днем рабочим или же после него, если он был сложный. Итак, приступим. Первое упражнение, которое у нас будет, это упражнение на спину. Как мы располагаем ролл? Мы его располагаем на низе ребер, низ ребер. Руки ставим за голову. Наши движения будут от верха лопаток до низа ребер, не ниже. Поясницы на ролл мы не заезжаем. Мы движемся параллельно полу. Угу. Смотрим вверх, голова ниже ролла не спускается. Наши движения параллельны. Чтобы слегка перейти на правую сторону, больше ее промассажировать, поверните корпус направо. Сделайте несколько движений на правой стороне. Вернитесь снова в центр. Угу, хорошо, перевернитесь в левую сторону. Переведите вес налево. Снова вернитесь в центр. Это упражнение можно делать около 5 минут. Этого будет достаточно для того, чтобы расслабить мышцы спины. Если у вас нету никаких противопоказаний. Хорошо, спускаемся вниз. Переходим на мышцы шеи. Запомните, ролл мы ставим обязательно под затылок. Уберите все, что может вам мешать. Под затылок мы ставим ролл. Затылком давим на ролл. Смотрим поверх своих колен в потолок. Поверх своих колен в потолок. Вдох. Взгляд поверх колен, выдох, взгляд в потолок. При этом на ролл мы давим, пытаемся вытянуть как можно его дальше, слегка удлиняя шею. Хорошо, поворачиваем взгляд направо, возвращаем в центр налево, возвращаем в центр, еще раз повторяем направо, возвращаем в центр налево, возвращаем в центр. Если у вас нет ролла при себе, и можете взять подручные средства. И эти же упражнения можно делать лежа на полу с поворотом для шеи. Если есть мяч приспущенный для пилатеса, используйте его. Хорошо. Убираем ролл в сторону. Угу. Ставим его под голень. Перейдем к упражнениям для расслабления ног. Лучше всего подниматься снизу вверх. И встречаться. Только что мы сделали упражнение на спину, мы спустились вниз. Сейчас мы будем идти от кончиков пальцев ног вверх к тазу. Ставим ролл под самую широкую часть своей голени. Угу. И делаем несколько поворотов стоп. Подготавливаем голень к тому, что мы будем ее разминать. Как мы это будем делать? Обопритесь. Приподнимите нижнюю часть вашего корпуса, самую тяжелую, и прокатывайте роллом от низа колен до щиколотки. Сделайте около 10 повторений. 2, 3, 4. Если же вам тяжело, останавливайтесь, расслабляйте руки и продолжайте дальше. Хорошо. Чтобы утяжелиться, если вам было слишком легко, попробуйте согнуть одну ногу в колени и положить поверх другой. Движение будет такое же от щиколотки до колена. Около 5 раз достаточно. Мы с вами только начинаем это делать, поэтому вначале это может быть болезненно. Но с каждым разом, с каждым самым массажем это будет становиться легче. Ваши триггерные зоны будут уходить. И меняем ногу. 2, 3, 4, 5. Отлично. Для того, чтобы расслабить свои руки, которые у нас устали, мы делаем несколько круговых движений. И перейдем с вами на упражнение для плеча и трицепса. Ролл мы ставим по диагонали. Ложимся на ролл таким образом, чтобы наша рука оказалась на ролле. Делаем несколько движений. Вверх-вниз. Собственным весом разминаем плечо и трицепс. Сделали на одну руку, поменяли. Сделали на вторую. В это время руки отдыхают.
Хорошо. Давайте еще с вами при этом растянем спину с упражнением русалка. Роллы на стороне. Делаем вдох и по диагонали тянемся. Один. Вдох. Выдох. Два. Три. При этом четыре. Само предплечье разминается. Пять. Меняем направление. Снова возвращаемся в эту сторону. Меняем положение ног. Ставим руку. Вдох. Выдох. Один. По диагонали наверх. Два. Три. Четыре. И еще один раз. Пять. Отлично. Ролл перед нами. У нас осталась передняя сторона голени. Не забудьте. Мы сделали заднюю, теперь переходим в переднюю сторону. Как же это сделать, вы меня спросите? Разве там нет мышц? Есть, их тоже надо разминать, там есть фасции. Что мы делаем? Мы ногу, которую будем разминать, сгибаем в колени. А вторую оставляем в упоре. Нога у нас будет двигаться ближе к колену стопой. Сгибаясь, разгибаясь, таким образом разминаем переднюю сторону голени. Больше внешнюю сторону по диагонали. Хорошо, сделали 10 раз на одну ногу. Меняем стопу. Меняем ногу. Разминаем 10 раз вторую. Угу. Кому показалось, что мало, ставим сразу обе. И от колена до щиколотки ездим рулом. Отлично, закончили. Мне кажется, руки снова устали, и снова их надо размять. Что мы будем делать? Мы опять делаем круги. Перед нами уже ролл. Мы кладем на него руки. И вращая кистями, нажимаем на ролл предплечьем. Разминаем предплечье, доходя до локтя. Делаем несколько движений. Размяли, переходим выше. У нас осталась передняя поверхность бедра, задняя поверхность бедра. Так. Как мы занимаем конус, позиция на ролле? У нас сейчас ролл будет над коленом, а мы в кисти локтевом упоре. Ролл над коленом и в кисти локтевом упоре. На колено ролл не заезжает. Поясницу мы не прогибаем, мы ровненькие, мы держим себя. Ролл у нас едет до верха бедер, обратно. Ноги на ширине таза. Мы делаем буквально 10-15 повторений. Это может быть, напоминаю, вначале болезненно, но с каждым разом разминать будет легче. Если вы пришли после тяжелой тренировки или поработали в огороде, я не знаю, у вас был агрофитнес или еще какие-то занятия, после которых у вас болит и скрипатура, то можно сделать такой массаж. Его можно делать с помощью мячей, с помощью обычных каких-то приспособлений, деревянных палок, прокатав их по бедру. Не сильно нажимая, чтобы не оставить синяков. Итак, передняя поверхность бедра мы прокатали. Есть еще боковая, правая и левая. Давайте приступим. Итак, как же вы думаете, как это сделать? Ногу, которая опорная, оставим впереди. На стопу, в колени сгибаем. Вторая висит в воздухе. И мы тыльной стороной прокатываем по роллу. Если вам кажется, что это легко, вы не чувствуете никаких болевых ощущений, хотите, чтобы промять себя получше, кладете стопу на стопу, колено на колено и делаете это уже упражнение сразу двумя, увеличивая вес нагрузки. 10-15 повторений на одну сторону и переходим на вторую. Можете попробовать сначала начать в опоре, а потом перейти на две. Давайте так и сделаем. Три, четыре,
5. Отлично, стопа на стопу. И 5 полных. 1, 2, 3, 4 и 5. Отлично, задняя поверхность бедра. Снова ролл. Теперь мы на него присаживаемся. Присаживаемся таким образом, чтобы он был на стыке между ягодичной мышцей и мышцей бедра. Вдох, выдох. Мы прокатываемся по роллу. Полных 15 циклов. Вперед и назад к бедру. Это цикл. 4, 5, 6, 7. Вдох, выдох. 8, 9, 10. Еще 5. 1, 2, 3, 4, 5. Отлично. Присаживаемся. Садимся таким образом в турецкую позу. Сейчас мы с вами разомнем мышцы шеи, потянемся вверх, сядем ровно. Представим, что нас за макушку кто-то тянет вверх и подвесил воздушные шарики. Они нас еще выше вытягивают. Ухо к плечу. Ухо к плечу. Хорошо. Поворот за плечо. Не забываем дышать. Вдох, выдох. Хорошо. Опора. Тянемся по диагонали в одну сторону. По диагонали в другую. Снова по диагонали. По диагонали. Делаем глубокий вдох. Округляем спину. Представляем, что мы обняли здесь какое-то большое дерево или мяч. Вдох и выдох, вытянули, выпустили из себя свет. Снова вдох, выдох, еще раз вдох, выдох. Надеюсь, сегодняшняя утренняя разминка принесла вам много нового, и вы будете это использовать. До скорых встреч! Дякуємо Катерині. Я теж сподіваюся, що ці ранкові зустрічі, ці ранкові гімнастики стануть для вас дуже корисними та цікавими. Та й, власне, не стануть, а вже є. Ну, а зараз вашій увазі я хочу запропонувати наступний випуск відеоблогу відомого одеського веломандрівника Руслана Веріна, який з'явиться в нашій студії хвилин так за 15. А зараз давайте дізнаємося, чи схожа Одеса на Ванкувер, чи Ванкувер на Одесу, і що там у Канаді з культурою на автошляхах. Похоже на аллею звезд, только здесь провинции, и в провинциях города большие. Вот, и встретил за окном вот такое вот чудо. Хорошо, что я их не видел, если они вот так вот выглядят, то это кошмар. Ну мало еще поприличнее увидеть, а вот эти вообще безобразия, облезшие. Ребят, болеете, наверное? Привет. Нет, я лучше выглядел, друг, на морозе, чем ты здесь, в Ванкувере. Кажется, Мишка сошел с ума. Вот отсюда безумно похож Ванкувер на Одессу. Также морвокзал, порт рядышком. Ну, правда, картинка по городу немножко меняется. У нас все-таки красивее. Оперный театр, Потемкинская лестница, Приморский бульвар.
ни за что не догадаетесь, что это за знак. Дело в том, что в Канаде, это как я догадался, мне никто не рассказывал, и как я обратил внимание, очень много машин, в которых всего лишь один водитель. Вот, машины, в которых водитель и пассажир, чаще всего для них выделяют правую полосу с такими знаками, там, где нарисовано две головы. Но обычно вот такие, да, полосы там, где, ну вот видно, да, они все там в пробке, хотя им тут всем вот прямо, прямо, это тоже может прямо ехать, но нет. У тебя ты один, будь так добр, со всеми катайся. Во все, ну, не во всех больших городах, например, как Ванкувер, когда я спрашиваю местных ребят, что я должен у вас увидеть, что самое изюминка, что вы больше цените всего, они сказали природа. Такие переходы, пешеходно-велосипедные, сразу делают без ступенек, чтобы и на велосипедах можно было заезжать. Просто показываю ситуацию. Еду я. Насколько в Канаде, конкретно в Ванкувере, отношение к велосипедистам и к пешеходам, начиная, ну, оно, я не знаю, ну, наверное, у всех здесь такое. Нельзя сказать, что это как-то муниципалитет сделал. Нет, сами водители тоже, и водители велосипедов, и пешеходы. Смотрим, едем, знак впереди, да? Дороги сворачивают направо. Едем. Мы просто едем. Все. Увидел датчик, что я приближаюсь, сразу желтое включил, чтобы водители были предупреждены, что меня надо пропустить. Все, я проехал, выключилось. Ну как такое? Вообще, молодцы, молодцы. Маленький бельчоныш. Ребят, вы что, вообще меня никто не боится? Я типа на велосипеде. Я типа голодный. Ванкувер так сырой город. А здесь болотистое место. Прям я сырость могу, мне кажется, ложкой есть. Парк, конечно, замечательный. Он, как и вся Канада, похож на первобытность, на вот агрессивную такую природу. Вот папоротники. Были бы они побольше папоротники размером, еще бы не хватало динозавров, и все. Я бы понял, что где-то здесь и сейчас зарождается жизнь на планете Земля. Еще здесь прям хочется поставить какую-то палатку, костер, показать это все и рассказать, вот как надо это все. Прям хочется, здесь интересно. Но мой путь лежит дальше. Сейчас я хочу успеть еще засветло добраться до парома, чтобы когда буду плыть на пароме, сфотографировать и снять видео красивое Ванкувера с моря. И мне надо сегодня добраться на Ванкувер остров, который мне больше всего рекомендуют, который сказали, вот просто великолепный. А вот мост, по которому я сейчас буду ехать. С велосипедом, все спрашивают, сколько вести велосипед, а я откуда знаю, но я знаю, как я это проверяю. Едем себе, грузовой весовой терминал, понятно, что это не для меня, но вот, заехали с велосипедом 50, я встал 150, так, проверяем, что-то откатываем велосипед, показывает 0. Я остановлюсь, показывает 100, значит велосипед 50. Вот так вот мы и знаем весы. Только странно, почему-то я так много вешу. У меня здесь уже буквально в 5 километрах самый южный город этого острова Виктория, с которого я... Ну вот 5 километров мне тут ехать совсем немножко. Я там собираюсь садиться на паром и уже отправляться на берега Соединенных Штатов Америки.
Сегодня у меня 52-й день пути. У меня заметно потеплело. Хотя влажность, конечно, дает о себе знать. Реки, папоротники, мох, здоровые, огроменные деревья. Форт сегодня закрыт. Единственный день сегодня, он закрыт на ремонт. Я вот сюда вижу только кусочек маяка. Спросил, как мне добраться, говорю, я сегодня уезжаю. Они говорят, можешь попробовать, если отлив по берегу? Кажется, отлив сейчас будет. Потому что вон там озеро, и вон как вода пошла. Вот почему-то все равно держим добраться до того белого маяка. Отливом сильно большим не пахнет, поэтому решил оставить велосипед здесь. Ходят только бабушки и дедушки не спеша. Думаю, что это более-менее безопасно. Поставил солнечную батарею, пусть пока заряжается у меня внутри там пауэрбанк и телефон. Сумку эту я закрыл, ключи с собой взял, закрыл так, чтобы велосипед не уехал. А мы идем. Штаты меня все манят. Я понимаю, что из этого маяка мне теперь придется чуть позже попасть. Но главное, чтобы я успел в светлое время. Я, в принципе, как Чип и Дейл, супергерой, спасатель Малибу, как то угодно. Вон оттуда смогу добежать. Ну, мне, конечно, этого не хочется, но это чисто гипотетически. Против солнца велосипед уже стало хуже видно. Да я вообще еще вижу. Такие лианы или что это, как? А, можно подумать, что это змеи, змеи кишат. Змея! Велосипед стоит, периодически надо поглядывать на него. Но по тому пути, который я прошел, я не такой уж Чип и Дейл буду. Совсем быстро вернуться к велосипеду я не смогу. Все-таки хорошее у нас было детство. Прям чувствую себя школьником, как будто бы на какой-то батарее, например, в Одессе на 411. Ух ты! Наверное, такие военные эти сооружения. Вот он. И при этом здесь еще и солнечные часы. 1, 2, 3. А у меня сейчас 13:30. Здесь, наверное, в летнее время, потому что же сейчас время мы перевели. Не забываем ставить лайки, подписываться. Я бы хотел на этот балкончик залезть. Ох, вид этого с маяка. Ух ты, могу увидеть всяких морских котиков. Кс-кс-кс-кс-кс. Не, морских котиков надо звать так. Спульбуль, кс-кс-пульбуль. Южная крайняя точка. Не только, ну не самая южная точка, но южная точка. Не только острова Ванкувер, города Виктория, но и также Канады. Лицезрею на залив Тихого океана, по ту сторону которого виднеются горы. Горы Соединенных Штатов Америки. Горы — это, конечно, красиво, но это крутить педаль надо. Наверное, ловят такие крабов. Свежие. Странные чайки. В школе, наверное, надо добавлять тему для сочинений под названием «За что я люблю жизнь?». Для того, чтобы дети с детства приучались обращать внимание на те моменты, на достойные моменты. Странное ощущение, у меня всего ничего пройдено, еще много впереди, но такое вот
просто понимаю, что вот рубеж определенный, следующая страна, и оно уже внутри так щекотит и добавляет крыльев. Эй, мы все можем! Друзі, зараз я хочу передати слово новинам і вже за 5 хвилин чекаю на вас разом із Русланом Веріним у цій студії.